Иван Прученко за рулем 14 лет. Приехал в Самару из Крыма, чтобы купить машину. Теперь в срочном порядке оформляет полис ОСАГО. Говорит, обычно он приобретает его через интернет, как и 80% жителей его региона. Сейчас хочет скорее вернуться домой, поэтому обратился в страховую компанию. Это быстро, мобильно, можно не выходя из дома сделать любые действия. Достаточно, да, удобно, потому что у нас, допустим, Крымский регион, у нас нету крупных страховых, такие как РС, Госстрах, поэтому у нас 90%, 80% пользуются люди онлайн-регистрацией. В соцсетях появилась информация о том, что Российский союз автостраховщиков с 1 апреля добавит в информационную систему дополнительную защиту, которая позволит бороться с продажей поддельных полисов ОСАГО. Представители некоторых страховых компаний опасаются, что в связи с программными изменениями база организации не будет работать почти 2 недели. Это значит, что ни одна страховая компания с 1 апреля не сможет заключить договор ОСАГО. Водители останутся без полисов. Некоторые страховщики этих компаний рекомендуют клиентам купить полисы заранее. А вот сотрудники одной из самарских страховых уверяют, повода для паники нет. Они будут работать в штатном режиме, некоторые перейдут на работу в режиме онлайн в связи с постановлением президента Владимира Путина. Трудностей не будет, поскольку страхование – это финансовый сектор, соответственно, все свои функции мы будем выполнять в полном объеме. Мы будем работать в дежурном режиме. Сотрудники же, которые у нас непосредственно сопровождают операцию, обрабатывают, они будут на удаленном рабочем месте присутствовать, обслуживать, и никаких проблем не будет. Российский союз автостраховщиков пытается остановить распространение в стране фальшивых полисов ОСАГО, на которые сегодня, по оценке союза, приходится около 2% от всего рынка обязательной автогражданки. Но это никак не отразится на работе страховых компаний и РСА. На самом деле эта информация недостоверна, это фейк. Нет такой проблемы, чтобы в течение полумесяца база ОСАГО не работала. Это выдумывают недобросовестные лица, которые занимаются вопросами страхования, некоторые агенты. Именно направлено на то, чтобы, учитывая, что возникает особое положение, связанное с коронавирусом, быстро-быстро заставить людей заключать договоры досрочно. В Российском союзе страховщиков посоветовали не поддаваться панике. Полисы ОСАГО смогут оформить все желающие в срок. Елена Малютина, Николай Епифанов. События.